За минувшие выходные на дорогах столицы произошло 4 ДТП, в результате которых 8 человек получили различные травмы. Рейды, проведенные в эти дни сотрудниками полиции, показали, что, несмотря на сложившуюся сложную дорожную обстановку, автомобилисты продолжают рисковать и садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Так, только за 3 дня сотрудниками ДПС было задержано 32 водителя в нетрезвом состоянии, из которых 6 человек не имели водительских удостоверений и 6 ранее были лишены права управления транспортом. Следует отметить, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. А также при повторном нарушении сумма штрафа также возросла до 200-300 тысяч рублей, либо в качестве наказания будут назначены обязательные работы до 480 часов или принудительная работа. Помимо вышеперечисленных мер, к пьяному водителю может быть применено лишение свободы на срок до 2 лет.